Oh.
Козловский, «Темная ночь», исполняет объединенный, сводный хор Объединенного хорового движения и симфонический оркестр Государственной классической академии имени Маймонида. За дирижерским пультом профессор Владимир Керн. Ирина Сакне. За дирижерским пультом
профессор Владимир Керн. Нет? Профессор Борис Тараканов. Это самый высокий мужской голос, который только может быть. Поэтому я думаю, что ему достанутся особые аплодисменты. За дирижерским пультом профессор Борис Тараканов. Thank you.
«Дороги». Солист, лауреат международных конкурсов Александр Сульманов. За дирижерским пультом профессор Владимир Кернер. Профессор. Борис Тараканов. Но я
большой сводный хор, который включает и вас тоже, дорогие наши слушатели. Заглянул в соседский сад, там с углям команда банка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: «Стань над рекой, за нынешние встречать».
И Андрей Михайлов исполнит для нас сейчас еще одну замечательную песню. «Ехал я из Берлина». Дунаевский за дирижерским пультом. Сейчас. Идите вдвоем уже. Ехал я из Берлина за дирижерским пультом, профессор Борис Тараканов. Не пришедшие полей, не в
а наш сводный хор становится еще больше, и на эту сцену поднимается хор ветеранов «Душа поет». Приглашаю вас. Врагу никогда не добиться, чтоб склонилась моя голова. Так хочется, чтобы эти слова звучали всегда и везде, и были для всех нас девизом. Поэтому Дунаевский, «Моя Москва», сводный хор Объединенного хорового движения, хор ветеранов «Душа поет», приветствуем еще раз, и все солисты, которые участвовали. Звучит в финале концерта, я думаю, что вы хором все ответите. Какая? Конечно, День Победы. Итак, сводный хор Объединенного хорового движения. Хор ветеранов «Душа поет», который тоже входит в этот хор. Наши солисты замечательные, лауреаты международных конкурсов Ирина Сакне, Павел Плавич, Александр Сульманов, Павел Парилов, Андрей Михайлов. За дирижерским пультом художественный руководитель симфонического оркестра Государственной классической академии имени Маймонида профессор Владимир Керн. Давид Тухманов. День Победы. Thank you.
начинается... Можно присесть. Да еще никого не отпускаю из этого зала. Дальше хотелось бы поблагодарить всех участников этого концерта, всех зрителей этого концерта. И мне выпала великая честь от Культурного центра Вооруженных сил Российской Федерации вручить грамоты участникам сегодняшнего концерта и тем, кто готовил этот концерт. Самое главное, что мне поможет один из вас. Ну, выйдите сюда на сцену, пожалуйста. Я же вас... У нас новый солист. Вот, мне сейчас поможет. Награждается продюсер концертной программы, посвященной Дню Великой Победы, для участников парада 9 мая на Красной площади, Ольга Мозговая. Олечка. Руководитель и главный дирижер, лауреат международных конкурсов, профессор Владимир Керн. Ну, собственно, раз награждается симфонический оркестр, значит, тут награждается и руководитель, профессор Владимир Керн. Российского государственного гуманитарного университета, художественный руководитель и главный дирижер, профессор Борис Тараканов. Награждается главный хормейстер камерного хора Государственного музыкального педагогического института имени Ипполитова Иванова, лауреат международных конкурсов Владимир Науменко. Руководитель не может руководить плохим коллективом, правильно? Значит, награждается камерный хор Государственного музыкального педагогического института имени Ипполитова Иванова. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженная артистка Российской Федерации, профессор Галина Богданова. Дорогие товарищи, концерт изумительный. Конечно, его надо поздравить. Весь концерт от Совета ветеранов Краснознаменного Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии. Это одно. И второе, от этих же, так сказать, морских экипажей поздравляю вас с двумя победами. Это первая победа с фашистской Германией, которую 9-го будем праздновать. А вторую победу обязательно, в этом же году мы всегда ее выиграли, с Японией, с милитаристской Японией. Это 3 сентября. Будьте любезны, все до одного. Любите Родину, защищайте Родину, особенно вот здесь наши кадеты. И верьте, что лучше нашей Родины нет. И никому не позволим, пусть там они не стараются, некоторые есть такие, вы знаете кто. Не дадим завоевать нашу Родину. Успех вам во всем, дорогие, и здоровья, радости.
Италии появилась к сводному хору на следующий день победы, обязательно выучить песню, которую военно-морской флот исполняет. Ведь все, только сухопутные войска у нас сегодня присутствовали, правда? Серьезно, да, вот серьезно. Так что на следующий год вам выучить песню военных моряков в обязательном порядке. Да, а мы дальше продолжаем награждать. Награждается ректор, доктор наук, профессор Государственной классической академии имени Маймонида Янкелика Сушкова Ирина. Прошу вас. Академия имени Маймонида. Награждается академический хор немецкого культурного центра имени Гёте, художественный руководитель и главный дирижер Антон Федоров. Наша замечательная солистка, лауреат международных конкурсов Павел Парилов. Для участников парада 9 мая на Красной площади профессор Борис Тараканов. Дорогие друзья, я хочу взять слово. Вы знаете, у меня как бы... вообще, после таких концертов очень сложно говорить. На самом деле, мне очень хочется вручить специальную грамоту народному коллективу фольклорного ансамбля культурного центра ЗИЛ «Ожерелье». И здесь указаны два художественных руководителя. Это Сергей Морозов и наша очаровательная ведущая Елена Жукова. Это сегодняшний уникальный голос, контртенор Павел Плавич. Победы!
Олежка. Им большие аплодисменты, большая благодарность. Наш концерт окончен.